Трукова трато. Кошелек или жизнь? Всем привет! Всем хорошего дня. Сегодня я уже в Йоре-де-Маре. На Хэллоуине, кстати. Потому что Хэллоуин проходит не только в парке Порт-Авентура, но и вот здесь, вот на площади очень... Ну, за моей спиной немного народу, но вообще здесь очень много людей ходят. Дети ходят по магазинам, говорят Трукова трато и собирают сладости по ресторанам, по барам и так далее. И вот здесь очень много людей в костюмах. На самом деле очень атмосферная такая ярмарка, здесь пахнет очень вкусно едой, здесь готовят на открытом огне, поэтому даже если прийти голодным, то явно что-нибудь прикупишь съесть. Короче, много сладостей, много хлебобулочных каких-то изделий, морепродуктов, мяса. Набить свои желудки явно получится. Мне кажется, что Хэллоуин — это более детский праздник, по крайней мере, здесь, в Йоре-де-Маре. Вот. Пойдемте пройдемся по ярмарке. Здесь, кстати, смотрите, можно прийти попробовать, например, вот сыр. Чтобы понять, какой он на вкус. Можно его брать или нет? Вот здесь сыров, аромат прям нереальный. Пахнет тут, мне кажется, овечками или козами. Ну, какой-то такой прям аромат. А здесь, смотрите, какие колбасы лежат. Одна такая штука стоит 6 евро. Две можно купить за 10. А вот эти вот, тут тоже, кстати, смотрите, можно попробовать вот эти орешки, всевозможные, какие хотите, есть сушеные бананы, есть сушеный кокос, например, и засахаренный, например, арахис. В общем, всех с праздником, всех святых, всех с Хэллоуином, кто отмечает его. Вот такая вот ярмарка здесь проходит в Йоре-де-Маре. Весело, можно провести время. И мне кажется, этим еще ознаменован конец туристического сезона, потому что после 1 ноября здесь ровно, наверное, никого и не будет из туристов. В общем, если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. Всем хорошего дня, увидимся, пока-пока!